Поехали. Никого, тем лучше. Ну, либо нас встретят в здании, либо на выходе. Скорее всего, значит, на выходе получается. А или даже здесь. Эй. Самара! Вы? О, теперь у вас 8. Рандольф, тайцо! Капитан Рандольф? Покемона на пола йодока! Черт, монстр это просто диверсия? Да, верно. Варига! Тосте моразо! Прошу прощения, надо нам пройти. А еще Цайт не монстр. Какаре! Атаку! Ценлюкне штумеру! Убить их всех! Попадите сначала, а потом кукарекайте. Убивать он собрался. Ну вас нафиг. Все равно все не автоматически не продвинулись наверх. Интересно. Ну ладно. Все равно, что немножко ускорим процесс. Тут, в принципе, двух хороших ауешек, чтобы это просто снести за один удар. Ну, за два, окей. Например, вот так. Сейчас будет еще спрогдай от Ллойда. И будет совсем огонь. Это там. Чпунк. Реинкарнейшн. Раунд, но... До свидания. Ну, почти. Без шансов. Ай! Как неудачно получилось. Ай! Упс! Простите. Хорошие дела пошли, мне нравится. Погнали дальше. Сюда нас пустят? Нет, не пустят. А, дохну... Мы можем отдохнуть! Это генерить ману и... ХП! Так-так-так, это было очень кстати, должен заметить. Спасибо, игра! Спасибо. Очень щедро с той стороны. Ну что, сейчас будет последний босс-файт, я так понимаю, с кем-то очень серьезным. Ого! Военный монстр, нифига у вас тут кошара! Это красный лев, осторожнее! Вау! Дерьмо стало серьезным, я смотрю. Оха! Этот котик явно посерьезнее своих товарищей.
Уязвим к воздуху и земле. 30 тысяч хп. Вау. Сильно, сильно. Но мы сильнее. О, Ллойд, крит на Ллойде. Шикарственно. А нет, показалось. Какая разница? Просто оттянем вас вот сюда вот куда-нибудь подальше от остальных. Да ну серьезно. Ау. Спокойно. Че не нужно такая у него такой большой радиус действия? Ну ладно. Не суть важно. Ну все же надо даже хорошо нас так хорошо откинуло, потому что теперь мы спокойнее можем их отбросить дальше. Да ведь? По идее, да. А, у Вази этот, Reincarnation, да. Так, мы ему не дадим похилиться, кстати, тоже хорошо. Так, еще раз кидаем фортуну. Продолжаем разговор. Оу! Ну да, ман не хватает. Окей. Ну, у нас, по идее, похилить сможет. Яйкс. Плохо дело. Чертов кошара. Окей, нормальный хил такой зашел. Как раз куда надо, в принципе. Ой, тут еще крит. Как же хорошо. 16 тысяч дамага. Господи, боже мой. Тогда все резко проще становится, в принципе. Правда, у Ази ушло в молоко, но как бы пофигу. Сори бы такие цифры были, да, от магии. Ух. Так. А, ладно. Так будет надежнее все равно. Да не, я говорю, все равно не жалею о том, что назвал именно так. Это было куда символичнее. Рип. Well, that was easy. И да, это всего лишь Тио, а не Элли, у которой магия, магическая атака еще больше. И разогнать ее намного легче в этом плане.
Че, здесь кто-нибудь будет еще? Скорее всего, да. Ну да, два Левика. Ну, сурово, сурово. Я верить могу, что они напали на нас, что они, что они атакуют нас просто грубой силой. Закс. Закс, раз уж ты здесь, значит, ты, скорее всего, последний, да? А, Рандольф, тайчо. Да, капитан Рандольф. Да, га, оретачмо. Акай сейза но ичин тосте, коко тос ваке ни ва икане. Однако мы тоже, будучи членами Алого Созвездия, не можем вам позволить здесь пройти. Темера! Киайо идео! Ребята, постарайтесь на славу. Коко мамори кире накаттара, фкуданчо то очо ни бутко салетсо! И если мы не сможем защитить это место до самого конца, то замлидера и мисс нас просто в разнос пустят. Я! Сенрёку де кегия сыру! Мы запрошим, кстати, наши силы. Нозаму токоро да! Ну, вперёд. Арканшиль де мо кари, каэсасете мо раймас! Я заставлю вас оплатить за Арканшиль. Окей, тем лучше. Промах, да, по запсу был. Плохо. Вау, 5000 дамага, хорош. Сильно. Бьет больно. Яре-яре. Энигма Круг. Да, слушай, ты ЧП, ну нормально. Не страшно. Видали и жестче боссов. Там Тимраж, можно как-то забрать, интересно. Ну, в принципе, да. Если я еще раз просто прокину фортуну, то на халяву, типа. То я его заберу. Да, изи вообще заберу, кстати. Да, понимаю, что это типа бесполезные касты в целом, но это я забираю таким образом у них Тимраж и. Это немножко сейвове, скажем так. Ахилл Лейд, как я подальше. О, да, потому что вот это будет. Не надо отсюда, пожалуйста. Да, так я хотя бы криты мне дам. Ну и фортуна, если уже прокину еще разик. А, кстати, крит у Тиусика, как интересно. Кажется, сейчас кому-то будет очень больно. Гусь, это просто забей. Как же это больно. Кстати, Закс с места не двигается, я только сейчас заметил. Он не стягивается. Нет, не пугает на самом деле. Хил...
Да, лишнего не будет, Ллойд, давай похилимся. Яйкс. Забей, конечно. Я ждал, когда наконец-то я начну разваливать врагов так, что от них будут остаться только рожки до ножки. Я дождался и заслужил это. Заслужил ведь чат, да? Кто-то будет считать, что нет, но... Простите, ребят, я другого мнения. Я считаю, что я заслужил. А как кто-то ходит один раз, а не ходит 21 раз? Самый быстрый играл Литер на диком кроссболе. Ну, это будет небольшой перерыв, Ники. Чисто символический. Так уж прямо никто. Знаю как минимум одного, который стримил. Возможно, тебе, Ники, тоже понравится то, что буду проходить, так что... не думаю, что вообще не будет ничего интересного. Хотя это уже ГГ, можно даже в обнул не кидать. Этот Тио всех разберет. Да. Окей, кроме одного котика. Ты еще жив? Офигеть. Бёрст, плохо. Рандольф, тайчо. Капитан Рандольф. Анта, данни такоро йори, харка ни цуэ жанэй ка. Вы намного сильнее, чем когда были в корпусе. Ма, има но шокуба да иройро то китай дарэ. Мое новое место работы тренирует меня по-разному. Дело в том, что опыт отличается, понимаешь? Опыт. Более серьезный опыт, чем у нас, кто просто прикован к полю боя каждый день. Что же это за место работы? Осторожнее. Там внутри эти ребята. Он потерял сознание? Вырвался. Эти ребята что вообще имел в виду? Должна ловушка, какой-нибудь другой враг? Не знаю, но стоит быть осторожнее. Если нам нужен отдых, то мы можем получить его сейчас, пока можем. Да, как раз нужно отрегениться в отеле. Мы так и сделаем. Скажем так, я просто хочу подумать, стоит ли мне делать некоторые изменения в моих стримах после АО. Но среди последних событий, скорее всего, мне не придется их делать, но посмотрим. Пока что не буду обещать, поэтому... Никого нет? Нет, я чувствую какое-то присутствие. Я не помню, что это монстр. Хаккен.
обнаружены нарушители. Реакция спереди. Эти ребята, так это они были? Ух, ё. Тайшоша, 6 6 целей. Токуму сиенка, 3 Кокугогун, Чика Шойо, какнин. Подтверждаю, 3 цели из ССС, а также старший лейтенант Сикер из Национальной гвардии. Име ва фуме. Тадаш, сентолёк ва A-ранк ижоу то суисок суру. Двое неизвестных, однако я оцениваю их способность к сражению выше ранга А. Обычная машина может так много сказать? Здрасть. Разворачиваю Иза-Ой. Легененков Нигата, Мурамаса. Легененков, модель вторая, Мурамаса. Кореори, Зенмец-Кодоу-Ни Айру. Хожу в режим экстерминации. Кирза! Они наступают. Ну, а о том, как Сервал выберется из этой ситуации, узнаете в следующем эпизоде, уважаемые зрители. Пока же обращаться большое. Спасибо, что мои новые встречи на Кисяки. Увидимся!